Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 июля. Память преподобного отца нашего Авраамия Чухломского, галичского чудотворца. Этот преподобный отец наш с юных лет, воспылав любовью к Богу, пришел к великому Сергию Чудотворцу и принял от него иноческое пострижение. Это был преподобный Сергий, знаменитый основатель Троицы Сергиевой Лавры, близ города Москвы. За свою добродетельную жизнь он удостоен был священнического сана, после чего еще с большим дерзновением, усердием стал предаваться иноческим подвигам. Отличаясь величайшим смирением, он оставил обитель преподобного Сергия и, удалившись в пустынные места галичской страны, основал там много обителей. Он пришел на одно место близ горы и, проливая обильные слезы, предался молитве. В это время он услышал с горы голос, сказавший ему: «Авраамий, взойди на гору, здесь стоит икона Матери Моей». Преподобный взошел на гору и увидел икону Пречистой Богоматери с приречным младенцем, стоящую на одном из росших здесь деревьев. Пав вниз, он стал со слезами молиться и снова услышал голос, сказавший ему: «Встань, Авраамий!» Он встал. И икона сама, никем не поддерживаемая, сошла к нему на руки. На этом месте он построил себе сперва келью и долгое время пребывал здесь в уединении, а спустя много лет устроил в этом пустынном месте монастырь, собрал множество учеников и с неослабным усердием подвязался в посте и воздержании. Узнав заранее время своего отшествия к Богу, преподобный созвал братьев своей обители, преподал им на их душевную пользу наставления, причастился тела и крови Христовых, и в 1375 году, в 20-й день месяца июля, представился в вечные обители. Богу нашему слава теперь, всегда и вечно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.